С вами Виктория. Сегодня готовим вот такие красивые сосиски в кляре. Или как еще их называют, корн-дог сосиска в кляре. Это такая сосиска в тесте. Альтернативный вариант, который готовится намного быстрее. Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты. Это, конечно же, сосиски, молоко, щепотка соли, мука пшеничная, мука кукурузная. Можно также использовать куркуму и паприку. Я сразу добавила паприку. Сахар, разрыхлитель, одно яйцо и растительное масло, либо масло для фритюра. Если вдруг у вас нет кукурузной муки, то ее можно заменить обычной пшеничной мукой. Приготовим тесто. Смешиваем 100 грамм пшеничной муки, 100 грамм кукурузной муки. Я сразу добавила немного паприки и добавлю еще немного куркумы. Куркума — это больше для цвета. Если вы не хотите, то не добавляйте. Добавляю 1/3 чайной ложечки соли и 2 чайные ложки разрыхлителя. У меня здесь 11 грамм. И все хорошо перемешиваем. И теперь подготовим жидкие ингредиенты. Одно яйцо взболтаем с 50 миллилитрами молока. Здесь у меня 100 миллилитров. Я рекомендую добавлять молоко постепенно, не все сразу. Вот я сейчас добавлю половину и взболтаю. И следующую половину буду добавлять постепенно и смотреть консистенцию теста. В сухие ингредиенты добавляем яйцо, взболтанное с молоком. И хорошо перемешиваем. Добавляю оставшееся молоко. Если тесто получится слишком густое, добавьте немножечко молока. Если жидкое, то немножко муки. Вот такое примерно по консистенции должно получиться тесто. Густоватое, не жидкое. И теперь подготовим сосиски. Я делаю на 10 штук, сосиски нарезаю напополам, чтобы нам было удобно их обмакивать в тесте и обжаривать. И насаживаю каждую сосиску на шпажку. Вот так. Шпажки по необходимости можно сделать немного покороче. Вот я укоротила немножко, чтобы было удобнее их обжаривать. Или воспользоваться вот такими маленькими. Друзья, все готово. Сосиски нанизаны, кляр готов. Совсем забыла сказать, сахар я добавила позже. Нужно добавить 1 столовую ложку. Для обжаривания можно использовать узкую глубокую кастрюлю, либо сковороду. Я буду использовать маленькую сковороду. Я вот так вот померила, шпажки с сосисками у меня вмещаются. Будет самое то. В сковороду наливаем растительное масло, либо масло для фритюра. Масло должно полностью покрыть сосиску. И хорошо ее разогреваем. Беру 1 сосиску, обваливаю ее в муке, чтобы лучше приставал кляр. Затем в кляре, можно немного вот так помогать ложечкой. Ждем, чтобы лишний кляр стек. И продолжаем. Все делаем то же самое со всеми сосисками. И в таком виде выкладываем сосиски в масло. Обжариваем по 3-4 штуки за раз. В зависимости от емкости. До золотистой корочки. Когда масло хорошо разогреется, убавьте огонь, чтобы сосиски наши не подгорели. Они прям моментально готовятся в закипевшем масле. Я вот приспособилась, переворачиваю с помощью силиконовой лопатки, а вытаскиваю с помощью китайских палочек. Наши сосиски в кляре готовы, получаются они очень вкусные, я уже попробовала.
Вот такие, посмотрите. Мягкое тесто в сочетании с сосиской. Конечно, сосиски нужно покупать хорошего сорта, чтобы было вкусно. Детям такое занятие тоже понравится. Они могут приготовить его вместе с вами. Подавать можно с соусом, с салатом, на перекус, на закуску. Можно также поедать такие сосисочки к фильму. Отличный рецепт, берите на заметку. Сейчас я вам отломаю кусочек и покажу, какая сосиска получилась внутри. Вот посмотрите. Получается очень-очень вкусно. Готовится все быстро. Обязательно приготовьте такое блюдо. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем желаю приятного аппетита и до новых встреч! Thank you.